Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и мой переезд, кажется, зашел настолько далеко, что сегодня я снимаю выпуск не просто не на фоне стены. Я снимаю выпуск в Москве, в удивительном и очень красивом месте парке Горького, и все это не случайно. Лет 10 назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался, да еще и вход был платным. А сейчас, помимо великолепных видов, фестивалей, вечеринок, уроков танцев, занятий йогой и развлечений для любых возрастов, тут совсем недавно располагалась настоящая жемчужина. Парк Горького — это место, после которого не очень хочется возвращаться в Питер, особенно в этом году, ведь именно сюда буквально недавно привозили главный трофей чемпионата мира по футболу. Агитацию к выборам правильного кандидата в мэры Москвы. Вот зачем, спросите вы, было придумывать такую сложную схему? Мне, в общем-то, теперь уже насрать.